нас сейчас обвиняют, мы уже 14 месяц находимся... решение сельского суда. И в данном случае, когда мы предоставляем не то, что прокурор, который должен был с самого начала, это должно было быть подшито. На основании этого, раз у нас обвинение все строится, оно должно было быть в самом начале пришито к делу. И его отсутствие данного решения, мало того, что нет самого решения сельского суда, потом мы давали исковое жалование, жалобу. Нету этого, нету потом то, что опровержение, не опровержение, а то, что Исильский суд нам отказал в этом иске. Вот этих документов нету, и при этом всем нас уже 14 месяц держат здесь, обвинение все на этом строится. И когда мы сами предоставляем вам эти документы, вы их отклоняете. Я это рассматриваю, то, что данный суд, это уже не суд, а судилище идет. Запомнили.